Что такое прикладная кинезиология? Это направление медицинской деятельности, которое позволяет проверить, как организм работает под нагрузкой. Потому что до сих пор у нас нервная система проверялась только в покое. А ведь все болезни возникают под нагрузкой. И поэтому у нас сейчас есть уникальная возможность научиться разговаривать с телом на основе биологической обратной связи. В этом уникальность прикладной кинезиологии. Она нужна всем специалистам без размера, без ограничений, потому что любой человек, который занимается восстановлением здоровья, должен проверить, а как организм работает под нагрузкой. Потому что здоровье – это адаптация к внешней среде. А адаптацию можно проверить только через нагрузку. Поэтому прикладная кинезиология на сегодняшний день может быть самое современное, самое важное направление, которое позволяет избежать ошибок при диагностике и лечении. Что такое здоровье? Вообще есть много терминологий, которые обозначают, что такое здоровье. Говорят, что здоровье – это отсутствие болезней. Это полный обман. Говорят, что здоровье – это эмоциональная стабильность. Это полный обман. Здоровье – это умение адаптироваться к воздействию внешней среды, к обмену материи, энергии и информации. Если вы адаптированы, то любая нагрузка на ваше здоровье будет только восстанавливать и разрубивать вас. Если вы не адаптированы, любая нагрузка будет вас разрушать. Каким образом можно увеличивать адаптационные возможности человека? Для этого надо посмотреть, к чему он не адаптирован. Например, к обмену материи, и какой орган не справляется с нагрузкой, к обмену механикой, например, информацией механической, какой сустав не адаптирован, к обмену эмоциональной средой, какая эмоция у него оказалась не реализована. И когда узнается причина, восстанавливается человеческое тело, и он становится адаптирован к этой нагрузке. Ну, например, у вас болит спина, но она болит только в положении стоя. Мы занимаемся той структурой человеческого тела, которая у вас в положении стоя становит. У вас болит спина, но в положении сидя, мы занимаемся тазом. У вас болит спина, но в положении лежа, мы занимаемся уже другими разделами. Или, например, у вас имеются проблемы в желудке, но в какое-то конкретное время, и мы смотрим, с чем это связано. Поэтому кинезиология, она позволяет работать специалисту любого профиля. То есть кто занимается обменом материи, кто занимается обменом информации, кто занимается обменом энергии. То есть любому человеку нужна реакция нервной системы, потому что нервная система – это царица всех наук. Вы же знаете, все болезни от нервов, даже те, которые от любви. И последний вопрос. Кто может стать прикладным кинезиологом и что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, теоретические знания, которые вы можете получить самостоятельно, заочно. А потом необходимо из рук преподавателя, мастера, получить навыки мануально-мышечного тестирования. Это методика, позволяющая оценить, как работает организм под нагрузкой. Нужно очень четко и правильно поставить руки, правильно прочувствовать это движение. И тогда вы можете быть уверены, что вы правильно используете орудие прикладной кинезиологии. А специалистом может быть любой человек. То есть, если вы кинезофитнесом занимаетесь, можно будет в разделах кинезофитнеса использовать. Если вы массажист, в рамках массажиста. Если спортивный врач, в рамках спортивного врача. Если невролог, в рамках неврологической помощи. То есть, как только мы занимаемся живым организмом, нужно узнать, как организм реагирует на наше лечение. А самая лучшая реакция на лечение – это реакция нервной системы. Но не в покое, а под нагрузкой. Поэтому, как только вы занимаетесь живым организмом, вам нужна прикладная кинезиология. Это медицинское направление, позволяющее оценить, как организм адаптирован к движению. Поэтому кинезиология. Друзья, вы на канале «Прикладная кинезиология ОАПК». Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ОАПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.